Ситуация с платежками за коммунальные услуги в целом по стране, нужно признать, все хуже. Вот, например, даже в Киеве, одном из самых благополучных городов, задолженность по оплате только за тепло уже почти 5 миллиардов гривен. И при этом средняя зарплата киевлян около 10 тысяч гривен. Если же посчитать по всем регионам страны, то средняя зарплата украинцев заметно меньше, чуть больше 6 тысяч гривен. И если это средние показатели, то какие же на самом деле минимальные зарплаты? Елена Митясова выясняла, почему обещанные Кабмином 3200 получают далеко не все. Жить на одну зарплату, во всем себе отказывать, а деньги тратить только на еду и коммуналку. В Украине за чертой бедности более 60% населения. И это официальные данные ООН. Там подсчитали фактический прожиточный минимум украинца. Официально утвержденный прожиточный человек 1544, но этот же набор товаров и услуг, посчитанный в фактических ценах рынка, например, за февраль месяц составил 2768 гривен. Ну, можем считать 2800. Но выжить даже на фактическую потребкорзину задача еще та. Правительство не корректировало стандарты последние 3 года, в то время как цена доллара в обменниках откорректировала в 3,5 раза. При этом средняя пенсия в Украине 1500 гривен. Пенсионер Петр Дубач, чтобы распределить эти копейки, смету расходов и доходов завел. Электроэнергия 3500 за год, коммунальные. О, газ 35 тысяч за год, за газ. Я это, мне надо уплатить. О, а доход у меня 18. Глубокие знания арифметики тут излишни. Как ни дели, денег не хватает. Пенсия в 2 раза меньше потребительской корзины. Значит, мне не есть, не пить, воздухом не дышать, никуда не ходить, ничего не делать и не знаю, что делать. Брать просто не идти на кладбище. Если с повышением пенсии вопрос пока не решен, то с нового года Кабмин поднял минимальную зарплату. Ударить по бедности решили 3200. Люди, які живуть в країні і отримують мінімальну заробітну плату на рівні 1600 гривень, при тому, що мінімальний кошик 3200, покинуті на призволяще. Но свои кровно заработанные и такие горячо обещанные 3200 весело найденного до сих пор ни разу в руках так и не держала. Женщина работает сестрой-хозяйкой в городской больнице. Оклад, якби, ну, 3200, як і казали, якби прописано в цьому законі про підняття зарплати. На руки 2500, 2700. Ведь четверть суми съедают налоги. Львиная доля того, что остается, уходит на коммуналку. А остаток и вовсе слезы. По мясу це рідкість. Риба тоже рідкість. Розумієте? Тобто елементарні речі, там хліб, олія і мінімум одягу. По потребі, ну, зносилися капці, пішла на секонд і купила. Це не життя. Це існування. Это и не удивительно, ведь 3200 запустили цепную реакцию подорожаний, чтобы пополнить бюджет, свинтили акцизы на алкоголь. Поползла вверх абонплата за стационарный телефон, подорожал проезд в транспорте, значительно выросла в цене электроэнергия. Вроде бы и получать люди стали больше, но и тратить тоже. Оплатить коммуналку или поесть, цифры говорят в пользу последнего. На 1 марта украинцы за услуги ЖКХ задолжали почти 30 миллиардов. Для порівняння я скажу, що рік тому це було менше 9 мільярдів. Рівень платежів населення опустився нижче 90%. Такого ніколи не було. Но и на еде украинцам все чаще приходится экономить. Повышение зарплаты попросту съели цены. Люди приходят, они не видят этих денег. Вы понимаете, что нет, мы отдали за отопление, мы отдали за коммунальные услуги. Они поднялись, считают, что это в принципе нормально. Можно купить и масло, и мясо. Это просто не получится, понимаете. Это 2,5. Это 250 гривен нужно вот это вот отдать. 3200 это просто не получится. Но если для бюджетников 3200 –
мало, то для предпринимателей непосильная ноша. С повышением минималки, налогов, казну отчислять они стали в два раза больше. У Андрея свой бизнес – три мини-бара, где работают 7 сотрудников. За каждого он платит в казну 1300 гривен. Якщо це такий скромний, невеличкий локальний бізнес, то це, ну, це дуже серйозне навантаження для такого формату. Щоб хоч як-то уменьшити серйозну нагрузку на бізнес, косметолог Тетяна стала здавати в оренду частину свого офісу. Моя від діяльності такий, що я не продаю електроенергію і не продаю газ, що від моїх послуг неможливо відмовитися. Тому виживаємо. Но Андрей и Татьяна скорее исключение, ведь многие предприниматели просто ушли в тень, закрыли свои ФЛП или эффективно уволили сотрудников, чтобы не платить налог. Что-то подобное и в госсекторе, правда, причина другая. Платить 3200 людям попросту не из чего. Зарплатный фонд ведь не увеличили, поэтому многих бюджетников перевели на полставки, а некоторых сократили. Премии отменили, минималку подняли. Была информация, что некоторые предприниматели были увольнения, ну, с расчета, чтобы поднять тем, что осталось. Хотели вывести зарплаты из тени, а загнали их туда еще больше, говорят политологи. Ведь финансовое облегчение в 3200 или давит непосильной ношей, или попросту множится на ноль в уравнениях домашних трат. Елена Митясова, Жанна Дучак, Алексей Шматов и Иван Матриченко. Подробности недели. Телеканал Интер.